утра подбросили собаку. Ну как, подвезли на этом самом машине и выкинули ее. Собака очень трусливая. Она не подходит. Вот ребята с утра пытаются ее поймать. Нифига не могут. Девочка, девочка моя, иди ко мне скорее. Иди, мой сладкий, иди. Ай, скажи, я мужиков боюсь. Иди. Ну не бойся, иди сюда, скорее. Малыш, тебя подкинули, да, вот так. Подкинули, ты моя умничка. Парвиз! Не бойся. Не бойся, не бойся, малыш. Не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся. Она боится просто, мужиков боится. Держи, держи, держи. Все, поймали. Это только начало приюта. Сугробы у нас, снега много. Людей не хватает. Чистить не успеваем. Вон там, где лес, там окончание. Оттуда пришли мы. Да, мои хорошие. А теперь аж до туда, вон в том конце, там конец приюта. Ну-ка. Сейчас будем форсировать. Ой, боже мой. Привет. Мамины. Мои хорошие. Люди молодцы, какие приехали с помощью. Спасибо вам большое, спасибо. Вот к нам сегодня приезжали молодцы, мы им помогали чеховским, молодцы, мужчиной, чеховские наши местные, помочь им таким. Спасибо большое вам, спасибо. Скажите что-нибудь, я говорю. Спасибо вам. Скажите что-нибудь. Так, сегодня у нас, значит, уборка снега. У нас волонтеры приехали. Юный волонтер. Один. Отца зовут Александр, мальчика зовут Дмитрий.
Правильно? Дима? Дима. Ребят, дай вам Бог здоровья. Вы себе не представляете, как много сегодня они сделали. Мальчишка столько вывозил тележек, я просто... Ну, ребят, я ошалела, если честно. Саш, у вас замечательный сын, реально замечательный. Дима, ты просто хороший мальчик, я очень тебе за это благодарна. И если вы сможете к нам приезжать, хоть иногда, я буду искренне благодарна. Вот от всей души. И вообще, дай вам Бог здоровья. Спасибо. Просто спасибо вам огромное за помощь. Приезжайте в любое время, когда будет лишняя минута. Потому что вот это, сами видите, что творится. И если можно, подтяните ваших друзей. Хорошо? Хорошо. Дима, спасибо, мое солнышко. Спасибо, мой золотой. Саш, гордись, у тебя чудесный сын. Спасибо, Дим. Спасибо, Саш. Кидай снег. Снежок, кидай. Друзья, здравствуйте! С вами Лохматая Душа. Друзья, у нас очень страшная проблема, как и у всех нас, наверное, сейчас. Это снег. Снег и нехватка корма. Две самые страшные проблемы. Третья проблема – это что буквально каждые 3-4 дня нам с дороги привозят сбитую собаку. Кого-то привозят вообще полумертвыми. Все, что мы можем, ребята, это просто помочь ребенку уйти. Без боли, без проблем. Но безбитые собаки сейчас просто что-то, ну, невероятно страшное идет, понимаете? Я вот сейчас ролик вам покажу. И покажу, сколько за этот месяц сбитых собак. Это страшно. Но сегодня мы обсуждаем с вами проблемы приюта. Ребята, у нас страшная беда, потому что у нас скоро рухнут навесы. Мы чистим, но мы не успеваем. Просто физически не успеваем. Собаки из вольеров скоро будут пешком ходить на улицу. Такого снега, как в этом году, это просто какая-то аномалия. Я прошу вас приезжать всех, у кого есть лишних 2 часа, помогите нам выгрести снег. У нас ребята работают в помощи в вывозе снега. Кто как может, выделите нам немножко времени. Желательно, можно даже после работы. Может быть, кто-то из вас работает первую смену. Друзья, приезжайте в приют. Приют, вы понимаете, что это беда, это проблема, она наша общая. У нас частный приют, ребята. Государство нам не помогает. Местные власти вообще не помогают. Еще в апреле месяце они обещали нам 10 машин гравия. Ребята, до сих пор обещают. Никто нам гравий не дал. Но зато покупают карусель, который нахер никому не надо. И который сейчас гниет под снегом. А здесь живые существа. И мы с вами живые люди. И думать надо о живых. И думать надо о жителях нашего города. Потому что если мы не будем собирать бездомных животных с улиц, это будут стаи. И никаких пуль у нашего руководства и яда не хватит, чтобы всех перетравить. И дети наши будут по-прежнему страдать. От укусов, от стай и всего прочего. Потому что животные не виноваты. Мы их с вами приручили. И выбросили на улицу, а они есть хотят. Что, по-вашему, они должны есть? Мусорки, которые пустые, где нет даже кусочка хлеба. Ребята, мы сейчас живем. Раньше выбрасывали все на мусорки, и животные жили, сейчас нет.